ливня, чистота, после ливня чистота. Нет, не будет жизни как та, где давно уже я не был. Улетай, тучка, улетай. Улетай, тучка, улетай. Мое желание, тучка, разгадай. Разве ты не видишь, тучка? Без тебя намного лучше. Улетай скорее, улетай. Мне хорошо с тобой, мне хорошо без тебя. Мне хорошо с тобой, мне хорошо без тебя. Мне хорошо с тобой, если ты есть. А если тебя нет, мне хорошо без тебя. Одиночество. Ой, какое слово! Одиночество. Прям просто как звучит. Одиночество. Мне хорошо с тобой, мне хорошо без тебя. Одиночество. Мне хорошо с тобой, мне хорошо без тебя. Когда ты сам себе не нужен, когда ты сам себе не интересен, когда ты сам себя не знаешь, одиночество здесь не подходит. Разбирайся с собой. Одиночество здесь ни при чем. Когда ты себя знаешь, когда ты сам себе интересен, когда ты можешь сам себя поддержать, тебе хорошо в одиночестве. Нет этого одиночества, тебе тоже хорошо. Есть рядом человек, появился человек, возникли какие-то отношения, тебе прекрасно. Нет этих отношений. Не встретился этот человек. Тебе прекрасно тоже. Так. Написала ЛК. Я тоже сама себе делаю праздник. Кофе, прогулки, цветы. Хожу на концерты одна. В общем, кошка, которая гуляет сама по себе. Уже привыкла настолько, что в компании знакомых неуютно. Я думала, что я ментально становлюсь какой-то чудачкой. Но вот встретила вас, Розана, и слушаю, понимаю, что я здоровая и счастливая женщина. Отвечает ей Наталья. У меня также после переезда в другой город, где поначалу скучала по встречам с подругами, постепенно стала осознавать, какой это кайф. Быть кошкой самой по себе. Ни от кого не зависишь. Когда тебе удобно, тогда и гуляешь. Я с детства люблю смотреть на людей, и поэтому даже среди чужих людей мне не одиноко. Счастья вам, здоровья, радости, любви. Отвечает ей Надечка. Надечка, такой ник. Когда-нибудь это вам надоест, к сожалению. Человек социален, поэтому есть комьюнити и друзья. Дальше Мария подключается. Я с вами. Мария подключается. Я тоже везде одна и радуюсь. Отвечает ей Людмила. Я тоже люблю без подруг гулять, сама себе хозяйка. Вот такие собрались комментарии, которым я с удовольствием хочу добавить. Да, мы социальны, да, мы хотим в обществе, но это слово «мы» не ко всем подходит. Я родилась, и я всегда играла одна. Дома с большой семьей, где устраивались праздники, игры, на улице, во дворе играли, собирались, нас много детей. Я никогда не хотела ни с кем играть. И до сих пор мне вспоминают, что я сижу себе сама что-то с какой-то там
кукла, если есть, в лучшем случае, если она была. Если нет, я просто могла себе играться. Под столом скатерть висела. Заберусь туда и косички плету на этой скатерти. И бежит моя одна сестра, другая, пойдем, там песни поем, пойдем, мы там в классике играем, пойдем, так весело, праздник, что-то день рождения. Они меня всегда забирали из дома, звали, пойдем, пойдем. Мне было хорошо одной. При таком огромном наличии детей. Поэтому сказать, мы социальны, мы кто-то социален, кому-то нужна компания, кому-то с рождения она не нужна. Поэтому, а если сложилась так жизнь, складывается, такие складываются обстоятельства. Когда ты остаешься, в дети выросли, ты все, кто-то разъехался, кого-то нет с тобой уже, супруг или партнер, который с тобой был по жизни, ушел от тебя или ушел из жизни, так случилось. Что теперь? Все, перечеркнул все и сиди грусти, потому что ты остался один, все. Вся жизнь больше не... Мне хорошо с тобой, мне хорошо без тебя. Если тебе на душе хорошо, есть у тебя мужчина, нет у тебя мужчины, одна ты, совсем одна, все разъехались. Если тебе хорошо на душе, тебе хорошо. Если тебя что-то беспокоит, будет большая компания, тебя будет раздражать. Этот не так ест, этот вещи разбросал, этот просишь, не допросишься. Тебе некомфортно самому с собой. Ни на чем я не настаиваю, ничего не утверждаю. Кто думает по-другому, вы тоже правы. Мы все разные, и каждый по-разному воспринимает. И моя философия жизни. Мне хорошо с тобой, мне хорошо без тебя. Мне просто хорошо жить. Если в твоей жизни появляется партнер, особенно уже когда в зрелом возрасте появляется, постарше в возрасте появляется, это же не ты приобрел какую-то вещь, надел, и ты смотришь, ой, комфортно тебе так. Это нужна определенная притирка. Это возьмет годы. В старшем возрасте, в молодом возрасте быстро сходятся, быстро разобрались, пошло, не пошло, разошлись, сошлись. В старшем возрасте для того, чтобы что-то подошло, возьмет время, возьмет годы. Ты уже не хочешь уступать, ты уже не хочешь подстраиваться, ты уже не хочешь промолчать. Ты уже не хочешь, ты уважаешь свой возраст, ты уважаешь свой опыт, ты уважаешь свою жизнь, ты уважаешь свое время. Ты уже не будешь идти на какие-то компромиссы. Поэтому для того, чтобы оно сложилось, оно возьмет годы. А то время, которое ты проживаешь, это что, не твоя жизнь? Это что, не жизнь? Это что, нет? Это где-то там фу? Это вообще фу? Мне хорошо с тобой. Мне хорошо без тебя. Есть ты прекрасна. Ну, не встретила человека. Тоже жизнь прекрасна. Тоже прекрасно пойти чашечку кофе взять. Пойти себе приготовить что-то. Убраться в доме. Цветочки посадить, пересадить, поставить, переставить, передвинуть. Что-то, какие-то хобби свои заниматься. С интернетом быть. Вышел куда-то. Делай себе радость. Никто тебе эту радость не сделает. Либо не делай. Тоже ты прав. Не делай. Сиди, грусти и будь несчастный, что ты без мужчины или ты без детей. Ну, сиди, страдай. Тоже есть выход. Страдать, сидеть, быть несчастной. И ты думаешь, если ты страдаешь и ты несчастная, ты что-то встретишь, кого-то встретишь. Ты также проживаешь, только качество жизни нет. Качества жизни нет, потому что ты в страданиях. Кто думает по-другому, вы тоже правы. Вот такой комментарий, и немножечко под ним вот такая красивая выстроилась дискуссия. Каждый из вас прав, я каждого из вас поддерживаю, кто считает, что мы социальны, и что это надоест одному быть. Чем ты делаешься старше,
тем ты, тебе больше хочется быть с самим собой наедине. Это не может надоесть, это сущность, это факт. Если тебе в определенном возрасте ты остался один, то с годами ты привыкаешь к этому. И если ты это привыкаешь как подарок, что у тебя, ты проживаешь, что это твоя жизнь, что это единственное время, что не вернешься в него, что оно проходит, ты его создаешь, ты его романтизируешь, ты его в роскошь превращаешь, так ты живешь. А что, когда ты живешь с мужчиной, тебе вот это все делать не надо? Тебе точно так же надо все превратить рутину в роскошь, превратить вечер за ужин, превратить его в праздник каждый день. Утром просыпаться, каждый день все равно нужно поддерживать. Все равно нужно поддерживать это состояние. Это хорошо, если еще человек на таком же уровне, а если человек грустный, раздраженный и раздражает его твой позитив, твое позитивное отношение к жизни. А если болезни начинают у человека, вот что-то ноет, ему не до радостей твоих, то появляется у тебя еще и плюс ко всему раздражитель. Мне хорошо с тобой, мне хорошо без тебя, то есть одной. Кому такая философия позитива, оптимизма? Стержень, сила духа, философии жизни, несмотря ни на что. Кому такая философия жизни близка, оставайтесь со мной. Дождь. Целый день с самого ночи, как вот ночью начался дождь. Серо, темно, дождливо. Уютно, комфортно, приятно, роскошно. Обнимаю вас. Ну, еще будет один комментарий. Чуть-чуть еще. Написала золотая рыбка. Дорогая моя Розана Ханум, вы для меня как лучик света в темном царстве моих мыслей. Я как бы и живу, и дышу вами. Мысленно спрашиваю у вас, правильно ли я поступаю, правильно ли мыслю, что бы вы сделали в данной ситуации. И мне это очень помогает. За это огромное вам спасибо. Обнимаю вас, золотая рыбка, обнимаю вас. Очень ласково всегда пишите. Опирайтесь на меня. Опирайтесь на меня. На меня опереться – это вы поддерживаете мою философию жизни. Все, кто поддерживает мою философию жизни, оставайтесь со мной. Все. Обнимаю. Лето, ах, лето, лето звездное, звоньте, пой. Рассказывала вам, что купила ткань на роскошную форму рукава. Рукав, который сделает талию. И думаю сегодня, потому что дождь. Целый день написано 100% дождь. Думаю, сегодня начну. И может быть уже к следующему эфиру вы меня увидите с этим роскошным рукавом, который сделает талию. Обнимаю. Лето. Нет. Наступил Новый год. Я осталась абсолютно одна. Купила себе новое платье. Сделала какую-то маленькую закуску. Взяла себе, наверное, бокал вина. А может, это и сок был, я уже не помню.
После всего, после всей своей большой семьи, я осталась одна. Я сидела в этом платье с этим бокалом сока или вина и говорю себе: «Розана, к чему пришла? К тому пришла. Что есть, то есть. Розана, я с тобой, ты не одна. Делай выбор. Это такой же Новый год, это праздник. Ты можешь встретить этот праздник одна, а можешь лечь и рыдать от своей несчастий, которые произошли, и тоже будешь одна. Розана, выбор за тобой. Я тебя всегда поддержу. Твой выбор я поддержу». И от того, что я себе сама сказала, что рыдать ложиться, быть несчастной, что я одна, от этого мне уже сказали: «Нет, я несчастной не буду. Я отмечу, к чему пришла, к тому пришла, и я отмечу праздник с теми, с кем я есть. Я есть сама с собой. Я себя не предала. Мне хорошо было со всеми. Мне хорошо сейчас. Несмотря ни на что». Ну а вы делаете выбор сами. Кто что выбирает?